Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 27 апреля по 4 мая. Ну что, поехали! И первое событие в этом Форзафоне – это распродажа. На протяжении всего Форзафона будет действовать скидка 30% на современные суперкары. Ну а мы переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 35 тысяч опыта. Ну а для его выполнения вам потребуется современный суперкар. Все, что вам нужно, просто завершить любую уличную гонку. За второе испытание можно получить 95 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, вам нужно продемонстрировать технику «Летчик» один раз. Ну а для выполнения этой техники вам нужно скомбинировать технику «Воздух» и «Бок о бок». Говоря простым языком, вам нужно в воздухе обогнать соперника. В общем, рекомендую посмотреть мой гайд по техникам, там все подробно описано. Для последнего испытания вам понадобится классический суперкар. Чтобы выполнить это испытание, вам понадобится выполнить 10 идеальных техничных цепочек. Но для выполнения этой техники вам нужно чередовать обычные техники, примерно до 20 тысяч очков. Ну а приз за последнее испытание – это Porsche 918 Spyder. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Форзафон, который стартует 4 мая. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!